Я думаю, что наша глубинная проблема, от которой мы сейчас только-только начинаем отходить, заключается в том, что мы на протяжении 30 лет, вместо того, чтобы ориентироваться на собственную идентичность и осознавать собственное «я», довольствовались обрывками из картинок, идей, которые нам показывали со стороны и внушали, что это и есть наша идентичность. И идентичность, которую нам внушали в действительности, была индивидуальной, но никогда не коллективной. Мы должны были быть сборищем индивидуалистов, сборищем эгоистов, которые не способны к коллективному самосознанию. По двум причинам. Первая причина, потому что наша идентичность, наша собственная идентичность – это империя, и как только мы ее осознаем, то наши враги понимают, что им придется несладко уже в самое ближайшее время. Любопытная статья вышла в National Interest, в котором говорит о том, что по итогам конфликта вообще неплохо бы Россию в лоно Единой Европы назад пригласить. Ну, как бы нельзя же только кнутом, нужно и пряником. Как бы нужно их туда пригласить, потому что они когда-то были. А что они собираются? В лоно чего? Вот. От Европы останутся головешки. Вот. Нахрена нам подбирать эти угольки? Мы строим большое евразийское партнерство. То есть Европа будет к нам присоединяться, а не мы туда. Ну, часть Европы-то точно надо присоединить. Они как-никак мою собственность зажали.